Молодец. Крот раскопал холмик. Даша закопала туда орешек. Так вот на пару и работают. Это перепрятываешь их? Что там, плохое место, Даша? Гортензии мы тоже орех закопали. Никак не может определить место для ореха. Малина, да, Даша? Это моя хорошая пряталка такая, пряталка. Хозяюшка маленькая. Все, закопала. Бежит опять. Что, Дашенька? Иди. Даша. Даша. Иди. Иди ко мне.
голова тоже опухла, не знаю, куда спрятать. Уже некуда складывать, оно все уже в орехах забило весь участок. В каждой ночке. На каждом сантиметре. Ладно, было остальные домики, грибохозяйственные домики, которые упали, да? Ну да. Ну, этот, например, красный. Где ты-то? Где ты-то? Бежал. Я ж не могу руки назад так поставить. Даша. Тебе папа, бери решку. Бери. Где решку бери? Она слезает, когда не ждешь, да? Да. А зовешь, фиг придет. Короче, сам съем. Сам съем. Попробуй разгрызи такой орех. Она вон опять что-то перепрятывает. Бегу, параллельно ем. Как-то все современно. На ходу. Опять что-то закопала, прикопала, так утрамбовала. Труженица вообще. Что, иди спать уже. Давай.